Земля от цвета. Так, то, наверное, была пятая серия. Я сходу включаю шестую. Почему? Потому что успокоиться не могу. Вот. Цитировать вас снова уже нет этого никакого настроения. Вот. Вы сказали, что железо позорит нашу выдающуюся, там нет слова выдающуюся, ну, с придыханием, нашу знаменитого блогера Платонову Ольгу. Этот блогер принес вреда больше вас, потому что масштабы другие, федеральный канал. Вот. И чтобы он дальше не приносил, продолжаем. Но я взял папку, особая папка, здесь все из СМИ, средств массовой информации подряд. И хорошее, и плохое. И сейчас мы, кусочек про Платонова было. Пусть, а почему еще растягиваю? Они эти глупости много продолжают, да? Вот. И, а знать не знают, а я каждую прокомментировать не смогу. У них не одна сотня уже этих самых видеофильмов. Вот. И пусть она тоже тут видит про эти штамбы, видит, она же еще, ну, потом поймете, что они творят. Вот. Я очень надеюсь, вот она напугала меня, Ольга, это, что Ольга Платонова скажет, напишет, Ольга тут же, конечно, что она может, суд подать? С удовольствием, представляете, я на суде, я в Москву поеду, если даже специально. Я, там в суде наверняка уже есть эти огромные камеры, вот, которых я учил людей на семинарах. Ну, огромные эти, как их, экраны, да? Возьму лазерную каску и скажу, вот тут она, вот тут, вот тут, вот тут. И это самое, адвоката мне не надо, я сам не дурак. В конце я скажу, а теперь встречный иск. Вот, за то, что она научила миллионы или там сотни тысяч людей калечить деревья, я ее обвиняю в этом самом, как это было представлено, во вредительстве. Вот. А мне что выпишут? Мне кавалеру орденов прочих почетных званий, это максимум этот самый штраф. Перетерплю даже штраф. Да еще самое интересное, что хоть круг у меня не тот, что у вас, но вы не соберете ни копейки, а мне соберут все деньги. Мы уже не раз выручали друг друга. И деньги собирали и на праздники, и на похороны, и на командировки. Нас мало, но мы свои. Вот, пожалуйста. Я продолжаю все подряд, а это. И только там, где вы меня зацепили, там торможу. Я много пропустил. Смотрите. Внимательно. Вот. Еще раз напомню, я железо, а то сходу не было. Это шестая серия. Это серия, посвященная Ольге Платоновой. Нет. Теперь Ольге Платоновой, да, пятая и шестая. Но на самом деле посвященная Ольге Исаковой, которая припугнула меня у Платона, ухо на ему. Вот. И на самом деле она еще упомянула несколько вещей. Один из них, ух, типа того, что у него возмутился, украли. Я уже показал, что весь Красноярск под моей фамилией ободрали деньги с этих, с фальшивых этих, как их, молдавских абрикосов, саженцев. С моей фотографией прекрасно. Ух, это, не понимаю, что творит даже, лишь бы сказать какую-нибудь гадость. А такого сколько? Внимание! Ой, увидел. ХГАУМСХА имени Тимирязева. Ну что, альма-матер узнали? Узнали, нет? Дальше, потом, если вы на этом не остановитесь, и тут не извините, что я на самом деле не это самое, не, есть такое слово, клевета. За клевету даже в тюрьму можно сесть. Если это все неправда, вы извиняетесь, если нет, я потом подробно расскажу. Расскажу про общение. Люди не видели, ну, был какое-то время назад этот сюжет. Вот. Оказалось, надавили мы с этим Павлом Троценко на этого самого, он называл себя, фамилию не буду, вдруг уволили или еще уволят. Вот, фамилию не буду, назвал себя агрономом и, значит, рекомендации давал по саженцам. И мы его прижали так, что он сказал, никогда наши саженцы абрикосов не плодоносили. А потом я развивал эту мысль, но уже ответа не получил. Если у вас не было урожая абрикосов. Абрикосы, я насколько знаю, я железов, делают из косточек. Правда, нет? Ну, бывает из веточек привитых там на сливу, там на лучу. Но обычно из косточек. Обычно.
Плодов не было, косточки где взяли? Если со стороны, то где? А если взяли чужие косточки и вырастили, это что, ваши саженцы? А фотография-то красивая, да. Ее украли порядка 100 этих самых. Ольга, вы же это знаете или не знаете? Вы где-то что-то зацепили, раз такие тонкости знаете. Значит, все-таки железо посмотрели. Может быть, через щелку в эту, как это называется, в замочную скважину. Ну, смотрели. Если вот эту вот я сейчас наберу, знаете, сколько их там? Я потом отдельно еще буду работать специально, я буду набирать. Абрикос Серафим, это он. И вы видите, штук 80 фотографий с других сайтов. Абрикос Успех наберу, еще увидите штук 40. За что 500 рублей? Опять Южный, опять? Оль, поймите меня. Вы когда зацепили, просто чтобы сказать какое-то такое неприятное слово, что вот у железа украли. Их-то у меня порядка 50, которые, у меня же там целое, эти же, как это, досье. Только за 1-2 дня виноградов, вы не знаете такого, мы же люди, это друзья, это настоящие люди. Вот. Он 96 сайтов с моими фотографиями прислал сразу папку. С тех пор это количество удвоилось, а это вся страна. А теперь на этом 80 фотографий, другая фотография на 50. Причем редко, когда, ну, есть там, допустим, сады Урала. Вот, они украли 7 фотографий, 6 уже устерли после моих воплей и угроз подать в суд. А одну до сих пор не знают, так и светится. Почему? Они берут все подряд с интернета, а у своих абрикосов нет. Вот. Задавал прямой вопрос, вроде переписка была. Переписка, все, извините, ну, погорячились, ваши фотографии присвоили. Вот. А откуда, так и не сказали, бесполезно. Я говорю, пытать надо огнем, на дыбу подвешивать. И то боюсь, что не скажут. И вот получается такая вещь. Значит, там 100, там 50, там 70, там 30. А вы складываете. Это вся страна мошенническая эта. Я вам назову 2, 3, 5 этих, и все, на всю страну, где делаются качественные саженцы. И еще полсотни, где делается такая дрянь. А я все это показывал, Оля. И вот просто, ах, вот эта вот фраза, она издевательская, она подлинная. Ах, это самое, возмущается, что фотографии украли. Вы масштабы не знаете. Вот что меня навеяло. Вот она, Тимирязевка. Вы не научились, вас учили, не научили абрикосы в это. Вон моего брата. Тыкали, не знаю, что у него мои плодоносят абрикосы. Что сказал ваш коллега, себя назвал? Такой, знаете, тоже подлинный коричневый, потому что мы о нем не знаем. Это как лай с подворотни. До 70 лет, абрикосов у него нет, до 70 лет дожил, ума не нажил. Да абрикос-то есть. Вот так вот просто лягнуть какие-то. А вы знаете, Оля, какой народ вас окружает? А вы знаете, что 10% в стране, а это полтора десятка миллионов. Миллионов. По статистике тихих шизофреников. Ну что, дальше пойдем. Когда речь идет о сотнях, это не... А, подумаешь, у него это украли, он возмущается. Ну, а вот он 800, опять манжурский. Поглядели? Опять моя фотография, опять моя линейка. Вы что, это для вас шутки, что ли? Это гигантский лохотрон. Только там, где мои фотографии, это высветилось. И их сотни мошенников, сотни мошеннических сайтов, сотни магазинов, интернет-магазинов, где продают полумертвые эти саженцы. Их сотни. А вы на чьей стороне, а? Вам на это наплевать, что у людей с садами это... Никак не получается, все мертвое. А потом вот такая дама, как та Наталья, еще кто-то, и таких их не один миллион. Почему у меня погибает? И мы видим с вами фотографию, крупный план, видим грибы. А больше ничего не знаем. Мы не знаем даже молдавский он или с это, как мне предлагали. Ну, вы человек известный, продайте партию. Вот. Откуда? Из Италии. Сейчас, ага. Мне это место уготовлено. Если не в раю, то в райском саду с лопаты тоже точно уготовлено. А если я начну продавать итальянские, а сам не буду горбатиться?
Вот так вот. Видели, что делается? А ведь я вас за язык не тянул. Вы сами взяли и сказали, подумаешь, это возмущается, украли фотографии. Да сколько их украли-то? Да посмотрите, ну, масштабы мошенничества. А кроме моих, остальные все с интернета. Несколько фамилий назову, это потом. Все остальные с интернета. Нету своих, ничего нету. И чем крупнее питомник, тем больше, более мошеннический. Вспомните этот бекер подлый. Вот. Он, это, на том свете наш друг, этот самый, Байкалов, да? Название разошлось. Название нет, ни саженцы, ни сорт. Название разошлось. Видели? Ой, боже мой. Новинка черный абрикос. На сотни саженцев, а вы купитесь. Интересно, где вы сами саженцы покупаете? Я не верю, что вы выращиваете. Вот это все. Вот она еще моя фотография. Это моя фотография. Это сын манжурского абрикоса. Вот он, красавец. Сколько его украли? Посмотрите, наберите манжурский абрикос. Запомнили его, нет? Наберите. Он там ярче всех. Сейчас мы до Платоновой дойдем. Я просто так, я решил показать проблему в целом. Потому что и проблема воровства, вот, кстати, обратите внимание, Белоруссия, видите Белоруссия? Видите, я набрал абрикос фото. Я и по ним прошелся. Я на них обиделся. Они похвалили мою книгу, я Лукашенко отправил. Книга дошла аж до самого заместителя министра сельского хозяйства. Вот, он похвалил, по головке погладил. Замечательная книга. Для Сибири. Нам не годится. Мы как резали, у нас регламент, так и будем резать. И тогда я заглянул туда. Вот, кстати, моя фотография. Она на белорусских сайтах есть. А потом посмотрел 5 крупнейших белорусских сайтов, которые торгуют саженцами. У них, я не запоминаю, там Погремок, там есть еще этот, Лойка у них есть такой, гениальный садовод был. По-моему, еще какой-то сорт Лойка. В общем, 5. И они, интересно было как? На этом тот, на том третьего этого питомника, на питомнике третьего саженцы эти фотографии четвертого, а четвертого с пятого. Так размазано. Я посмотрел на это все, а потом оказалось, что все эти с Польши. Вот, что все это вранье дикое. Вот такая действительность. Вы с этим воюете-то? А то залезли в это болото, сидите там. Это мне так, не зря ж там слово это. Вот они, пошли, поехали. Вот он, Погремок, Знаходка. Вот они по всем сайтам-то и гуляют. Одно и то же. Видели? Потом, кому надо, вернетесь. И эти белорусы сказали, что им современная технология не нужна. Вот. Зато Дальний Восток поедут осваивать, да, со своей дебильной технологией. Вот он, Лойка. Ну, это, наверное, белорусские рубли. Видите, я вот маленько по это. Еще. Ольга Платонова, которую вы не то что превозноситесь, но выставляете в качестве это, моего хамства, там, то все. Они стояли, я еще не могу найти, мне иногда нервов не хватает. Они стояли возле огромного дерева, ему примерно 50-100 лет. Это дикорос, это не яблони, не груша. Под ним был, можете найти, а я даже прошу вас, друзей, пожалуйста, найдите этот сюжет. Он был из последних. Вот. Очень крупный муравейник, очень. Этот муравейник, все эти с 50 или 100 лет, может 70, спасал дерево, спасал, работал, трудился. Этот муравейник, может быть, даже не килограммы, а тонны произвел продукции, потому что он очень крупный. Десятки лет он съел огромное количество насекомых, которых вы собираете с лопатой. Представляете, лопатой уничтожить. Вот эта глупость несусветна, но я потом отдельно над вами поизгаляюсь. Если вы не извинитесь, кстати. Почему? Да потому что лопатой можно метр квадратный раскопать, уничтожить всю эту червей, всю подземную инфраструктуру, водоснабжение. Вы же об этом не знаете, слов таких.
там водоснабжение, там канализация, там аэрация, там воздух, там все. И все это для того, чтобы каких-то личинок уничтожить. Если вы даже во всем саду обкопаете все приствольные круги, количество какое-то вы уничтожите этих личинок, которые бедные, несчастные, будущие бабочки, да? Уничтожив при этом, ну, соотношение вреда и пользы 1000 к 1. Вы просто не знаете, вы под землей не были, вы не видели, вы не знаете подземную жизнь, это вам кажется. Возьмем на штык лопаты, все, корни изувечим, червей порежем, вот. Всю траву уберем, естественно, значит, листья опавшие, еду, главную еду, деревья. Уберем деревья, пусть подыхают. И главное, что вы не понимаете, Ольга, знаете, что вы не понимаете? Я же не знаю, сколько раз мне это объяснять, но вы же должны были же это слышать от меня. Вы самое главное не понимаете. Вы, пройдет день, а количество бабочек, они же, у них крылья есть, вы понимаете? Там, где не было лопаты, это в 5 и в 10 метрах, те же бабочек 1 000 000, они все равно прилетят. Вы заставляете людей делать не просто работу, а отбить последнюю охоту от этого, от садоводства. Последнюю охоту, ведь человек знает, если не перекопаю, у меня дерево погибнет. Вот. И не перекапываю, спасайте, но люди этого не знают. Ну переходите на мою сторону, ну есть же простые вещи. Возвращаюсь к этому муравейнику. Это я уже про Платонову. Она еще 2 клоуна. Вот. Они не клоуны. Они изображают, вы видели эти ужимки? Это до того противно. Если бы они что-то делали, ну пусть по ошибке, пусть яму выкопали не такую, пусть дерево посадили корнями вверх, я бы еще понял, это просто глупость. Но когда они муравейник ядами поливали, это такая подлость, предательство, это предательство вашей Тимирязевки, если их не отучили от этого. Вот. Если вы, раз вы знаете Платона, значит, наверняка видели все эти с ужимками эти смертельные приемы. Вот. Защита дерева. И плюс еще кормежка его. Там, наверное, тонны уже этих самых органических веществ, то, что называется отходы, калы и прочее. От этих муравьев. Гигантский муравейник. Это все десятки лет. Они все жрут, жрут. И это дерево в чистоте держит. И соседние деревья. Вот. И все это достается, еще и кормим достается. А еще грибы, там каждый крупный муравейник, Оля та и Оля это еще и, когда маленькие муравейники, вы еще лопаты уничтожаете, даже их не видя. А крупные там ядами решили. Там под землей фабрики, там грибы, те самые вездесущие. А грибы, микориза, может вы еще и ни слова это не знаете, я до сих пор не знаю. Потому что вы настолько безграмотны, даже в это самое, в русском языке, или как в грамматике, вот, грибы, микориза, корни растений, так, и муравьи, это одна пищевая цепочка. И на всякий случай скажу, у вас хватило сил, это самое, денег, вот, улыбок, чтобы уничтожить один муравейник. Потом какой-нибудь идиот, он будет такой же неграмотный, как вы, но он может быть выдающимся биологом. Вот. Стоит изобрести оружие, вы видели, я вам не показывал еще, все грибы под землей связаны между собой. Это единый земной, ну, кроме, может, это, не в курсе, что там делается под льдами этой, как она называется, Антарктиды. Все остальное, все Евразия, вот, связано все между собой, все до единого, все грибы. Это одно целое. А потом какой-то талантливый этот изобретет, ах, грибы, ах, они едят почему-то в Америке эти самые сосны, оказывается, есть такой гриб, якобы, это вранье, вот, а в Красноярском крае опята зловредная, и уже взялись их уничтожать генетически, и когда вся грибница подземная умрет, вот, на второй год будут уже с оружием отбирать последнего, убивать друг друга. Еще немножко продержатся за счет государственных запасов, которые наверняка давно разворованы. И на следующий год жизнь на Земле прекратится. Все. Это если генетически... А взять эти? Я уже тогда был Медведев. Я Медведеву пишу, вы подумайте, остановите этих идиотов.
Он может быть талантливый этот, ну, может быть, человек завести супербомбу может? Ну, уже есть бомба эта самая. Придумали же бомбы, еще термоядерную осталось придумать. И все. А он еще и кнопку нажмет, или случайно. Мы от коронавируса страдаем, думать же надо. А здесь что? Поливаем муравейник, поливаем. А от муравьев то же самое. Да не дай вам Боже, если муравьи, это какая-нибудь коронавирус против них. Они умрут. И тогда все будет сожрано, все. Будут стоять мертвые деревья, мы будем ходить по мертвым скверам. А еще через год-два мы все умрем от голода. Оля, подумайте. Вы за кого заступились? Вы с этой минуты, вы должны, вы, Оля, это вам как более, ну что ли, может быть, да уже как, может, соратница. Может, вы найдете это, где они поливают этими ядами этот муравейник. Может, вы не мне, а Ольге скажете, вы что, с ума сошла? А если какая-то есть, это обратиться через Туманного, суперспециалиста, суперученого, вряд ли он в эти наши дрязги влезет, который возьмет и там скажет, остановить все работы по уничтожению муравьев, по уничтожению грибов. Вот ваша задача, если вы действительно чего-то стоите, а не здесь, в этом. Мы же с вами песочницы возимся, буря в стакане воды, сами сказали. А вот это муравьи, умнейшие существа, которым подходить нельзя, даже близко, надо на цыпочках еще обходить стороной. Они дом строят, вы понимаете? Они строят дом. Они шьют по-настоящему. Это настоящий дом сшитый. Они его сшивают. Это настоящие строители, это настоящие ткачи. Их уровень примерно как у наших ткачей, ничуть не хуже. А их ядом. Уважать надо это. Они, у них разум, понимаете, то, что они поодиночке делают, казалось бы, безмозглое. Но в сумме, я уже сколько вам примеров приводил. Умнейшие существа, не имеем права мы их уничтожать, даже если бы они правду тлю разносили. А тли придумана пшикалка. А муравьев-то не трожьте. Ой. Это моя фотография опять на чужом сайте. Это моя. Это Серафим. Тоже украла их. 30 или 50 сайтов украла. О, смотрите. Выращивание абрикосов. Меня вот это зло взяло. Выращивание абрикосов в Беларуси. Фотография моя. Вот. Купить семена. Победа, качество, здоровье. А здесь все правда, все честно. Победа — это Павел Троценко, один из моих каналов. Вот оно. И тут же белорусы, и тут же красота. Воруем не хочу. Вот. Вы даже, Ольга, масштабов не знаете этого. И никто не знает. Сколько людей обманули, сколько миллиардов с кармана вытащили. Это все продолжается. Это я листал и фотографировал. Что творится, а? Она, вот она, фотография, вот она, видите? Вот моя фотография. Кто еще украл? Абрикос Амур. Кстати, до сих пор... А, вот Серафим, Серафим. Смотрите, не обманули. А Садсип — это мое. Садсип — мое. Надо же. Вот. Ну, здесь плохое качество. Похоже, картинки. Вот. А вот это знаете что? Это... Наверное, смотрите, 24 минуты. А, еще 4 минуты. Я хотел отдельно рассказать. Дело в том, что это фотография покойного Латинкова. В данном случае ее уже присвоили. Смотрите. Я хотел обратить ваше внимание на это. А, да. Видите как? Абрикос Хабаровский. Это я готовился, но я готовился потом отдельно про это рассказать. И когда я добрал Хабаровский, так... Ведь вот то, что вы видели тут, это не его, ну, то есть, только, а вот, вот это вот, это не его фотография. Нет, не так. Это как по-другому сказать-то. Ну, короче, что получается? Я вам потом покажу, у меня есть подобранные фотографии. Его, как ее назвать-то, исходную, авторскую, так? И вот, когда я набрал так, то те же слова, абрикосово-хабаровские фото,
Я смотрю. Вот она, видите? Вот. А теперь, внимание, друзья, это учеба. Хотя бы на этом остановимся. Я уже зацепил второй раз эту самую с этими советами страшными по уничтожению муравейников. Эту самую Ольгу. Вот, смотрите, найти изображение в Яндексе. Внимание. Видели? Латинков на том свете. Понимаете? Он на том свете. А дело его живет. А обокран так же, как и я. Поняли? Ладно, идем дальше. Еще пару минут есть, есть. Вот. А это, мягко говоря, высшее достижение одной из ученых организаций. Сейчас неохота имя трепать. Абрикос Хабаровская, как правильно посадить. Дик. Ладно, не буду я трепать название организации. Ну, вранье. Так, Абрикос Хабаровский. Ладно, дальше не буду. А, нет, буду. Внимание, сейчас, нет, не сюда. Извините. Дело вот в чем, смотрите. Я вам вот это сейчас показал, да? Вот. Таких я знаю только двоих, чьи фотографии воровали. Значит, мы относимся к какой-то элите, к определенной. Ну, для вас это не нужно. Вот латинковская фотография. Видели? Вот. Они все, это не он, это я. Взял и, так сказать, раскручивал его, показывая вот эту фотографию, вот это, что слева. Вот. Ну что, друзья, сейчас посмотрим, сколько осталось. Не, еще можем поговорить. Не вложились, ничего. Самое главное, самые страшные вещи, вы увидите позже, той же Платонова. Это они еще, это семечки. Это семечки, ой, что вы. Вот. Это мы проходили. Ага. Проходили. Сейчас найдем. Я случайно вышел оттуда. Вот. А вот они, наши муравьи. Правильно? Правильно. Вот фотография ворованная у меня. Вот фотография ворованная у Луденкова. И, наверное, вот видите, сейчас они будут нас учить садить. А мы будем смеяться, издеваться, плеваться. Вот. Потому что иначе невозможно. Вот. И я надеюсь, что вы поймете, что когда у меня было такое страшное, когда я это видел, какая-то, мог лишнее слово сказать, ненависть возбуждала это все. Но вот мы сейчас подходим к ним. А до них что у нас осталось? Вот что осталось. Видите? Вот. Это моя фотография, само собой, я уже не раз ее демонстрировал, вот, а ее продолжают эксплуатировать все, кому не лень. Знаете почему? Ее назвали сибиряк. И человек в голове откладывается. Это как уже у зомби, уже как это, как инстинкт. Ага, сибиряк берем. Вот, он правда сибиряк. Но, к сожалению, он, видите, вот она, вот эта вот золотая подкова. А здесь так получается, вот она, маленькая-маленькая, вот она, видите? Вот, а теперь я делаю крупный план. Вот она, вот золотая подкова. Персик. Ага, еще умудряется. А, вот что. Персик сибиряк. А кто же тут? Кто тут? А, ну, вот это вот ру. Вот это и есть хозяин этого. Не снимка, а сайта, где этот самый ворованная фотография моя. Вот. А вот еще кто-то. Ну-ка, как его тут назвали? Саженцы для садоводы-любителей. 50 рублей. 50. А, я уже вижу. Это, наверное, белорусы. Скорее всего, раз 50 рублей. Так, сколько осталось? Все, через 20 секунд останется. Ну что, вот на этой останемся. Сейчас вы увидите шедевры нашей садовой элиты. Вот. Вот этих вот. Ну а пока, друзья, до свидания. Кажется, это была 6-я серия. Остановиться не смогу. Вы сами напросились. Ольга Исакова заступила.